В США нашлись победители лотерейного билета, сумма которой составляет 528 миллионов долларов. Как мы уже рассказывали, организаторам розыгрыша пришлось разыскивать владельцев билета, который совпал с джекпотом. Выигрыш в 528 миллионов долларов достался паре из Флориды – 55-летнему Дэвиду Кальтшмиту и 70-летней Морин Смит. Больше месяца они скрывали свой выигрыш от всех, в том числе друзей и родственников. 13 января в лотерее Powerball разыгрывали рекордный джекпот – более 1,5 миллиарда долларов. Выиграли 3 билета. Один принадлежал паре из Теннесси, второй купили Морин и Дэвид, и на руки они получат не всю сумму, а 327 миллионов. Ну, в общем-то, тоже неплохо. А обладатель третьего выигрышного билета пока не объявился. Я собирался на работу, было 6 часов утра. Недавно был субботний этап, и она обвела кружочком все выигрышные цифры. А когда я проснулся в субботу, кружков не было. Как ни странно, я проверил билет, и все совпало. Я сказал себе, да, она просто решила подшутить.